Группа приглашается первая финальная пара. Боксер весовой категории до 23 килограммов. Красный угол Руслан Агаев, город Тайшет. Синий угол Дмитрий Шушалевич, поселок Чумский. Красному говорю Руслан Агаев представляет команду города Тайшета. Он 2012 года рождения. Боксом занимается первый год, проводит свой первый бой. Тренер Василий Шелепов, Вячеслав Бельский. Синий угол Дмитрий Шишалевич, поселок Чумский. 2011 года рождения. Боксом занимается первый год. Провел один бой, одна победа. Тренер Леонид Манулов. Приготовится второй парень боксера в весовой категории до 25 килограммов. Артур Нурмаматов, поселок Чумский, Кирилл Федоров, Тайшет. В этом бою победу и звание победителя нашего турнира завоевал боксер синего угла Дмитрий Шушалевич, поселок Чумский. В ринг приглашается вторая финальная пара. Весовая категория до 25 килограммов. Красный угол Артур Нурмаматов, поселок Чумский. Синий угол Кирилл Федоров, Тайшет.
Раз, раз, два, три, четыре. Раз. Представитель команды поселка Чурский, Алинур Нурмаматов, 2010 года рождения, поклон занимается 2 года, 5 полет, 3 победы. Победитель первенства Чурского района, тренер Леонид Манулов. Синего Гуринга представляет команду города Тайшета. 2010 года рождения. Боксом занимается 2 года. Проводятся и первые официальные поединки. Тренер Василий Шелепов и Вячеслав Бельский. Весовой категории до 27 килограммов. Егор Беломестных, Саянск, Тимофей Мельницкий, поселок Чурский. В этом бою победу и звание победителя соревнований завоевал боксер Красного угла Артур Ермоматов, поселок Чурский. Временные боксеры весовой категории до 27 килограммов. Красный угол. Егор Беломестных, Саянск. Синий угол. Тимофей Мельницкий, поселок Чурский. Thank you.
Егор Беломестный, представитель команды города Саянска, Пражского Мурима. 2010 года рождения, боксом занимается первый год. 6 боев, 5 побед, победитель первенства города Саянска, тренер Иван Томилин. Тимофей Мельницкий, синим углом. Он представляет команду поселка Чунский. 2011 года рождения. Боксом занимается один год. 2 боя, 2 победы. Победитель первенства города Рудногорска. Тренер Леонид Мануилов. После объявления победителя смены судейской бригады. Рефери Федосенков, боковые судьи Соловьев, Филиппов, Шеймарданов. В этом бою победу одержал боксер синего угла Тимофей Мельницкий, поселок Чунский. Боксеры весовой категории до 30 килограммов приглашаются в ринг. Арсений Трифачев, Тулу, Константин Седой, Саянск. Арсений Трифачев, красный угол, представляет команду города Тулун. В 2010 года рождения, боксом занимается 2 года, провел 10 боев, 6 побед. Победитель первенства города Тулуна,
тренер Александр Мотопонов и Роман Семенов. Константин Седой, представляющий команду города Стоянска в синем углу ринга. 2010 года рождения, боксом занимается первый год, провел один бой, одна победа. Тренер Иван Тамилин. В этом бою победу одержал боксер синего угла Константин Седой, город Саянск. Боксеры весовой категории до 34 килограммов приглашаются в ринг. Красный угол Антон Дрягин, Тулун. Синий угол Андрей Зыбков, Иркутск. Антон Дрягин, красный угол, город Тулун, 2010 года рождения, боксом занимается 3 года, провел 13 боев, в 9 одержал победы. Победитель первенства города Тулун, тренер Роман Семенов и Александр Мотопонов. Thank you.
Андрей Зыбцев, синий угол, город Иркутск, 2010 года рождения. Боксом занимается первый год, проводит свои первые официальные поединки. Тренер, мастер спорта Данил Журавлев. Боксера шестой пары приглашается к выходу в ринг весовой категории до 40 килограммов. Степан Шемелев, Максим Несленко, Новоченко. А в этом бою победу одержал боксер красного угла Антон Гренин, город Тулун. В ринг приглашается шестая пара. Красный угол Степан Шемелев, Юрты. Синий угол Максим Нестеренко, Новоченко. Степан Шемелев, красного угла ринга, представляет команду поселка Юрты, 2010 года рождения. Боксом занимается первый год, проводит свой первый официальный поединок. Тренер Олег Манилов и Ренат Агаев.
Максим Нестеренко, синий угол. Он представляет команду поселка Новочунка. 2010 года рождения, но боксом занимается первый год. Проводит свой первый официальный поединок. Тренер Сергей Спиридов. Приготовиться юношам 2008-2009 годов рождения. Артем Богданович Саянцев, Тамир Сангеев, Чина. В этом бою победу и звание победителя нашего турнира завоевал боксер синего угла Максим Нестеренко. Поселок Новочунка.